сантиметры. Привет, зайки! Вы смотрите Free Time News. Сегодня мы, воссоединившиеся сестрички, готовы рассказать вам о том, что происходит здесь, сейчас и, может быть, именно с вами. В воскресенье мы познакомились с очень-очень брутальным мужчиной. В прошлом американский программист, а теперь исполнитель замечательных песен. Впервые в нашем городе и впервые в нашей программе. Захар Май. Мне твои. На сегодняшний замечательный концерт отличного человека Захара Мая. Хотите, чтобы Захар Май сыграл концерт в вашем городе, напишите его имя нитрокраской на стене напротив того клуба, где обычно у вас играют рок. А потом разбейте стекла, чтобы было лучше видно. Это цитата из живого журнала «Музыканта». Благо, иркутские организаторы обошлись меньшей кровью и нашли Захара Борисовича в сети интернет. Вконтакте у меня вся почта сейчас. У меня сейчас вообще личная почта, там практически нет переписки. Только сугубо личные вещи. Я сейчас, когда получаю письмо, я сегодня уже с ребятами это обсуждал. Когда получаю письмо обычным мылом, я понимаю, что я трахаться буду в эту ночь. Никакой спам уже не приходит, никакой бизнес не приходит. Весь бизнес ВКонтакте, весь спам в спам-фильтре. Когда в Америке жил, у нас русскоязычный интернет был еще, а у вас еще даже провода не было. Был один линк из Курчатника в Москве. Какие сайты чаще всего посещаете? Google.com, один из любимейших моих сайтов. Календарь Google.com. В Твиттере сейчас много читаю московских журналистов. Они прикольные. Они в Твиттере лучше даже пишут, чем ты, наверное, тоже читаешь. Его концерты в Иркутске ждали очень долго. Публика в этот вечер в объекте собралась самая разная, но подпевали абсолютно все. Каждый борется с наркотиками по-своему. Тексты Захара Мая исключительно хороши, но их мало. Зато в репертуаре музыканта масса каверов. Он перепевает абсолютно все, что нравится. И по случайно мое имя слух произнесу. Максим, и пусть молчит, но все же помнит. Как сонграйтер понравилось. Мне очень понравились песни на том первом альбоме «Трудный возраст». Вот это «Сантиметры дыхания» вообще у меня была любимая песня несколько месяцев подряд. Вообще как песня. Я помню каждый взмах твоих ресниц. Я слышу ветер в волосах. Я знаю, что сантиметры дыхания. После участия в фестивалях «Нашествие крылья» старые поклонники, естественно, в голос начали упрекать Захара Мая, мол, песни его стали мейнстримом, но сам музыкант с этим согласиться не может. Мейнстрим стал такой, как я? Нет, куда? Я же не продавался, мне некому продаться, меня никто не покупает. Не, мейнстрим я понимаю более-менее, я не понимаю, при чем тут я. Я же вообще езжу сам, к телевизору отношения не имею, к этим фестивалям отношения не имею. Когда меня позвали на эти фестивали, я на них играл, а больше я на них не играл. I want to love you, I want your love, 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 I want your
бара.